Вот. Проехали. Честно говоря, не ожидал. Хотел вернуться. Вон сколько. Почти все сбрыли, почти что брюхом. А, да. Брюхом выбрали. Проехали. Даже не буксанулось. Ох, нифига, полностью. Ну ладно. Ну здорово это мы. Ладно, поехали. Ай-яй-яй. Поисследуем дальше, что нас ждет, да? Собственно, вот такая вот картина. И решили заехать подальше, капельку. В итоге, пошел ехать нормально, потом сели на брюхо. Причем брюхо так приличненькое. С тем того, что это вот колено. Наверное, 30 есть, да, высота? Собственно, так вот, в чем, собственно, проблема? Пошел, думал, оп. Все бы выйти сейчас отсюда. Кстати, да. Прикольненько. Поначалу думал я, что мы сели на заднее крыло, крыло. На заднее этот колесо. Потому что так вот все это выглядит. В данный момент. Пока еще не раскопали там. Но позже поняли, что сели полностью на брюхо. Потому что если бы сейчас сюда зайти бы, не ушел бы. Вот так вот. Не знаю, было ли видно, что там или нет, но это уже после раскопок. Неких. А так вот, собственно, и живем. Ту осилили, а эту нет. Ага. Прикольно, с учетом того, что вот сапог. Собственно, надеюсь, отсюда выберем все равно или поздно. Желательно, чтобы это было рано, кстати. Обожаю таких места, там, где можно просто стоять. Ладно, нельзя стоять. Ладно, все. Это спустя минут, это, к, наверное, 15 раскопки. Сейчас попробуем сдать. Попробовали. Прикольно. Плюс мы еще копать. И не знаю, как долго. Но все время, походу, надолго. Мы... Да. Начали вот отсюда буквально. Да, начали где-то вот здесь, получается, как нам объяснили. Вот где-то в этой области. Где-то нет, дальше. Где-то вот здесь. Вот здесь вот вроде когда был какой-то железяка, да? Нет, а, да, где-то там. Типа огромный железяка торчащий и типа, не знаю, мне не поролись. Спустя сколько, наверное, часа три было до туда. Да, нет. Ну, часа два минимум, где-то здесь, наверное, копались. Чем круче жить, тем дальше идти за трактором. Да в итоге как? Копались, увидели машину, они там сами застряли. А помогли им и продолжали остальных. Пришли, помогли нам трактором. Ну, вот так вот застряли. Да вроде нет. Вот так вот. Так. Кстати, это колесо вроде катаило. Задние. Задние, это да, с другой стороны. Как ни странно, эта сторона застряла, а в снегу те. Та сторона, это самое, наверное, странное в этом. О, какие бедные колеса. Я причем даже не выбить тут. Хотя... Не, не особо. Бедные колеса. А еще твою часть отошла, получается. Что делаешь? Ну, блин, 2 литра вылил. Ну, да, конечно. Колеса там снял. Тепло зато. Ну, тепло. Хоть что-то радует. Минусовка, блин, уже закат. Главное, что мы приехали, наверное, сколько? Было часов 5, наверное, дня. Уже время 9. Нет, сколько? 4 часа здесь проторчали? Блин. Закат, понимаешь, закат встретили. Ну, где-то ну, там. Не могу отмыть. Давай, по линии еще. Давай.
грязный, не могу отмыть от троса. Кош, на этом все. Тогда колеса. Ну? Колеса из колеса я снял уже. Снял. Я уже их отбил капельку. Да и бесполезно. Там диски тормозные, интересно как. Ну как, ну, целое как? Колесо. Хорошая машина, слушай. Хорошая, только трактор лучше. Подвеска не особо. Давай.